Ульяновская область стала точкой притяжения туристов со всей России. Федеральные СМИ вновь обратили внимание на наш регион. Сейчас в Ульяновской области работает съемочная группа ТВЦ программы «Страна чудес» с телеведущей Ириной Бажановой. Уже в сентябре в эфир телеканала выйдет программа о нашей области. Телепрограмма «Страна чудес» выходит на ТВЦ еженедельно и рассказывает зрителям о самых разных чудесных местах необъятной России. Съемочный процесс в Ульяновской области длится уже несколько дней. В результате россияне узнают много интересного, нового и необычного о нашем регионе. Замечательные музеи, и я так понимаю, что они давно были сделаны. Сейчас модно восстанавливать эпоху, и этим повсеместно занимаются. Для меня было удивительно то, что сделано это было давно. То есть у вас такие музеи существуют уже много-много лет. Красиво, прекрасная деревянная архитектура. Телеведущая Ирина Бажанова составила свой собственный портрет жителя Ульяновской области. По ее словам, характер ульяновцев не имеет ничего общего с обломовщиной. Жители нашего региона отличаются эффективностью и продуктивностью, но при этом избегают лишней суеты. Я обратила внимание, что местные жители неторопливы, но при этом деятельны. То есть это не такая депрессивная лень, а очень продуктивная, я бы даже сказала, не лень, а спокойствие. Агентство по туризму Ульяновской области традиционно участвует в международных туристических выставках. На этих мероприятиях агентству удается провести успешные переговоры и договориться о съемках с федеральными телеканалами. Также срабатывает сарафанное радио. Если съемочная группа очень довольна остается после приема и съемок, то они, как правило, рекомендуют нас своим коллегам. Вот сейчас, например, у нас уже есть договоренность с НТВ «Поедем, поедим». Мы их будем ожидать, наверное, все-таки в зимний сезон, так как план, график уже на съемке есть. Во время съемок программы «Страна чудес» агентство по туризму делает акцент на качественную презентацию музеев, поскольку Ульяновская область представляет собой музей под открытым небом. Внимание съемочной группы также обращают на природные достопримечательности. Это геопарк Ундория, это широкая Волга. Вчера, например, ТВ-центр проводили съемки на фестивале «Великий Волжский путь». Тоже остались в восторге. Природа, локация, реконструкторы. Все прошло замечательно. Съемки программы об Ульяновской области для федеральных телеканалов позволяют привлекать к нам поток туристов. Благодаря таким проектам в регионе развивается индустрия туризма, бизнеса и гостеприимства. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.